В результате реорганизации и укрупнения муниципальных спортивных школ средняя заработная плата тренеров-преподавателей будет увеличена и поэтапно доведена до средней заработной платы по региону. График увеличения утвержден, он выглядит следующим образом. Уже с 1 марта этого года в среднем зарплата была увеличена на 1180 рублей. С 1 октября этого года еще будет увеличение на 5,5% и она составит 17 200. С 1 января следующего года 19 200. И так каждый год до 2018 года, в раздаточном материале у вас есть, средняя заработная плата тренеров-преподавателей будет доведена до средней по региону. В результате реорганизации 11 муниципальных спортивных школ путем слияния или присоединения в Туле будет в августе месяце функционировать 9 муниципальных спортивных школ, в том числе 3 с ДЮШО. И самые главные выводы. При реорганизации ни один тренер-преподаватель сокращен не будет. Мало того, будет увеличено количество тренеров-преподавателей на 11 человек. Открыты 4 новых отделения по 4 новым видам спорта. Это тяжелая атлетика, легкобежный спорт, эстетическая гимнастика, чирлидинг. Увеличится количество занимающихся детей более чем на 220 человек. Будет усилена роль тренерских советов по видам спорта при решении ключевых вопросов, связанных с организацией учебно-тренировочного процесса, а также средства и на аренду манежа центрального стадиона, спортмероприятия, ремонты. И самое главное, что спортивная инфраструктура, спортивные залы, спортивные комплексы, земля под этими спортивными объектами, она не изменяется нисколько. Это самое главное. То есть все тренеры-преподаватели будут осуществлять учебно-тренировочный процесс со своими детьми в тех же спортивных залах, в то же время, в те же дни, как они до этого осуществляли. Независимо от изменения наименования ДЮШ, юридического лица. И именно такие выводы были заложены в основе оценки управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, которая была проведена до принятия решений в марте месяце. И главный вывод, что проведение мероприятий по реорганизации муниципальных ДЮШ и ДЮШОР не повлечет ухудшение жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха, здоровья детей.